Еще 69 ставропольцев победили коронавирус. Общее количество выздоровевших приближается к 55 тысячам. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров. Ежедневно регистрируются новые случаи заражения. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 220 жителей края. 7 пациентов скончались. Защиту от вируса помогает создать вакцинация. Важно помнить и о мерах профилактики. Все обращения ставропольцев на прямую линию президента Владимира Путина не останутся без ответа. Обратить на это особое внимание поручил губернатор Владимир Владимиров. На рабочем совещании в правительстве региона глава края распорядился обозначить конкретные сроки решения всех проблем, о которых сообщили жители Ставрополья. Владимиров подчеркнул, тот же принцип будет действовать и в отношении обращений на прямую линию губернатора региона. И провести под моим руководством совещание, дабы, наверное, уже разобраться с теми, кто у нас не успевает, и с теми, кто у нас, что называется, наверное, и не хочет делать то, что требуется от него, а именно исполнять поручения наших с вами земляков. Обсудили на совещании помощь пострадавшим от недавнего удара стихии. Единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей уже получили жители Георгиевского и Благодарницкого округов. Всего больше 3000 человек. В Ипатовском и Буденновском округах завершается сбор документов. Владимиров поставил задачу перевести средства в ближайшее время. В Михайловске на улице Грибоедова возводят школу на 1000 учеников. Как отметили в управлении по информполитике правительства региона, в современном здании будут просторные классы и коридоры, медблок, большой актовый зал, столовая, а также игровые комнаты для младших школьников. Строят объект по нацпроекту образования. Завершить работы планируют в этом году. В Железноводске возведут современный спорткомплекс на территории общеобразовательной школы-интерната номер 1. Как сообщили в пресс-службе администрации курорта, в проект строительства входит универсальный зал, стрелковый тир и учебно-административный комплекс с жилыми помещениями для обучающихся. Кроме того, там оборудуют теннисные корты, воркаут-зоны, волейбольные и стритбольные площадки. Объект возведут в соответствии с планом по развитию филиала Кисловодского училища Олимпийского резерва. В селе Старомарьевке продолжается ремонт дороги на улице Красной. Как сообщили в пресс-службе краевого Мендора, в общей сложности приведут в нормативное состояние свыше 3 километров проезжей части. На объекте уже начали укладывать новый слой асфальтобетонного покрытия. Также там нанесут свежую разметку, укрепят обочины и установят знаки. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».